Сборка, разборка, обслуживание и настройка мода Пионер. Значит, начинаем со смены спирали. Берем вот так и, поворачивая, снимаем. Снимаем старую спираль. Мотаем новую спираль. Берем миллиметровый шнурок ШК1, 1 миллиметр диаметром. Надеваем на скрепку, на толстую канцелярскую. Отрезаем кусочек нехрома. Нехрома 0,2. Мотаем 8 метков с шагом порядка 1 мм. Получится где-то 1,4-1,5 Ома. Восемь намотали, еще пол виточка даем вверх. Вернулось, концы спирали стали параллельными. Аккуратненько отрезаем лишнее. Берем зубочистку. Вставляем концы нехрома в наконечники. И зубочистками закрепляем. Обкусываем любыми бокорезиками для ногтей в размер. Вынимаем. Обрезаем в размер наш шнурок. Спираль готова. Для того, чтобы все как следует работало и у нас не подгорали зубочистки, на всякий случай капаем на конечки чуть-чуть глицерина. И прожигаем, чтобы жидким глицерином зубочистки пропитать. Готово. Одеваем на место трубу. Очень важно, обратите внимание, труба одевается обязательно с поворотом по часовой стрелке и вот так. Если вы будете давать ее на ход, одевать вот так вот и подсунув палец, значит, вот этим стыком палец вам отрежет. Если палец не отрежет, то, пропихнув дальше, вы надрежете кнопку. Если одевать без поворота и давать на ход ее. Готово. Значит, опускаем танк. Фитиль из танка торчит порядка 15 мм. Наклоняем в бок. И по стенке, вот эта часть опускается по стенке трубы, так, чтобы центр фитиля лег на спираль, которая должна стоять вот так, перпендикулярно. Пробуем. В общем-то, вот и все.